Мы на этой карте просто сидели вот здесь наверху. Они идут только с одной стороны, с другой стороны они очень редко идут. Смотрите, сейчас я покажу здесь тоже интересную такую фишку. Ждите наверху, хорошо? Сейчас. На каком верху? Ну там, где вы сейчас находитесь, наверху. Вот там и сидите. Сейчас. То есть ты хочешь все штуки снизу забрать сам? Не-не-не-не, смотри. Даже возьмите по канистре каждый, не по этому, а по канистре. Или, Влад, вот сиди наверху, идем со мной, смотри. А, я понял. Это, короче, вот сюда вот надо подбежать. Сейчас. Видишь? Влад. Я вижу. И вот так вот все сюда забросить. А когда ты стреляешь, они не поджигаются, то есть ты тупо не уничтожаешь их. И можно вот тут вот сидеть бесконечно, тут бесконечно просто всего 13, понимаешь? Слушай, ребята, короче, веду. Что же это получается? Мой рекорд самый большой? Наверное. Я вообще не играл. А то я что-то не вижу других рекордов. 12-29. Слушайте, ребята, короче, веду такую фишку. Вот сюда ребята становятся. И, короче, подбрасывают гранатометом до моста. Я видел эту фишку, но здесь она не сработает. Почему? Раз на этой карте. Надо будет как-нибудь попробовать. Там потом как-то... Можно так подбросить гранатометом, что не добросить. Потом здесь... Нет, здесь есть, короче, место, где ты застреваешь, ну, два. И, короче, тебя игра автоматически телепортирует к союзному игроку, который на мосту. Так все телепортируются и... Ну, вы поняли. Так, а нам куда идти? Вперед. Подбирай эти канистры. Что с ними делать? Влад покажет сейчас. Влад. Канистры как забрасывать. А, тебе туда? Да, и там туда. Кирилл тоже. А, здесь лестница есть там. Покажи им, как вот там подбирать. Чит. моя канистра перелетела. Перелетела? Перепрыгивать, прыгать не надо, просто нажимаете вот. Ну я тоже просто нажал, а у него бочка катается в бане. Перекатывается. Кирилл, если хочешь поставить патрон. А, Кирилл просто стебется. Я этим анонизмом долго могу заниматься. Дождь из канистры. Ты про мои мысли, что ли? Это канистровый дождь. Да что тебе? Ну ладно, пускай одна там лежит, но в основном они вот так вот здесь находятся, и они не поджигаются, если по ним... Короче, ты по ним тупо не стреляешь. Я что-то подсказываю, что они все вместе будут гореть в итоге. Если ты просто-напросто возьмешь и нам на зло выстрелишь, то конечно. Нет, потому что внизу находится бочка, она взорвется, и они по-любому загорятся. Не всегда бочка поджигает канистр. Ну, в нашем случае просто вот столько канистр сразу, очень велика вероятность, что именно все пойдет по толковому сценарию. Но кто сказал, что мы будем просто-напросто ее стараться. Так, канистра лежит. Кто-то возьмите снайперку, чтобы выстрелить по канистре, когда будет идти танк, все. У всех тут снайперка есть? Да, тут. Я на себя такой ответ. Внизу снайперка. Возьму. А кто не... какая снайперка? Так, Влад, возьми, пожалуйста, себе молотов или этот. А где снайперка? А, вот она. Все возьмите себе оружие. Сейчас, не нажимай, пожалуйста, Вань, не нажимай, пожалуйста, на таймер, я поставлю патроны эти зажигательные сначала. Смысл на таймер, я вообще не укажу отсюда. Он просто уже боится, как на той карте случилось. Жми пока не тащит. Я умываю руки. Так, Керанрис. Керанрис бездействует, почему? Ему наскучило. Человек с самым большим рекордом. Нет, он тут. Что человек с самым большим рекордом на этой карте говорит? О чем ты говоришь? А, мне еще самый большой рекорд. Да. 12-29 золото. А у меня все лишь бронза.
по-моему, с Владом одинаково как-то мы вместе проходили. Так, у всех все есть? Да, мы вместе. Это куда они пойдут? Они оттуда редко идут, пацаны, они оттуда идут редко. Вот здесь вот у машин сидите и все. Ну я со снайперкой, я могу это. Опа. Интересно. Маринок нас спалила. Глянь, какая Маринок варьская. Я обратно полез. Она тебя достанет снова. Там-там уже. Кто-то по канистру. А канистра? Я не вижу канистру. Я танк вижу. Он не вижу. Вы его оглушили, кстати. Я канистру не увидел. Знаешь почему? Потому что ее нет. В лучших традициях эксперт. Как я его ловко, а мачете и рубанул. Спасибо, я просто-напросто... Это вам Team Fortress. Просто-напросто забыл, что тварь так высоко. Ну, когда ему надо, кстати, он прыгает выше обычного, на мой взгляд. Я не уйду, осторожно. Потому что там, что когда танку надо, он попадет. Ну, как я ловко спал символа, символ с символом. СС? Или СИС? Ну, сокращение. КСУ. Я подсветил курилу, Вань, видишь? Перезаряжаю. Подсветил. А вилдаш там тебе? Ну я его поджег. А этот откуда? Он пробежал. Подмей. Ну что пойдешь, минимум энергии мы несовершенно. Окей. А, я его вижу. Я поджег танков вдалеке, можете даже посмотреть на него. Подсветил надо, наверное, да? Подсветил. Охотник вон к вам идет. О, вот это он прыгнул. Кто такой? Ваня не растащительный, а? Убей его, чувак, убей! Это поджег. Глянь, сзади ребята лезут, а вы говорите. Нет, они редко оттуда лезут. Они так, единицами лезут. Они ну, сейчас... может и танк оттуда вывести, да? Танк очень редко. Это понимаешь, это как закон Мёрфи, если он оттуда полезет. Но мне кажется, он сегодня... Закон Мёрфи в этот раз... Закон Мёрфи это из Интерстеллара, да, который? Откуда? Интерстеллар. Ну, да, был там такая тема. Ну, как недавно? Как бы закон Мёрфи существует уже давно. Как и сам Мёрфи. Мёрфи, я думаю, уже не существует. Он навсегда на шпанце. Где покрышка в душу? Вы видели, как он слабый? Ну, сейчас, в принципе, сдохнет. У них здоровье, к сожалению, не как у экспертного танка. Тогда по одному бомбу, значит, куда надо бегать. Что нам мешает сейчас прямо поменять сложность на эксперт? Ну, не знаю, желание получить хотя бы бронзовый стандарт. Здесь не меняется вроде сложности. Так, Курила. Эй, меня Курила схватил, Вань сзади. Где? Вань сзади. Кого ты хочешь? Там канистру нужно взять. Это так на лету ее. Сталарис играет под... Hitman Absolution, а мы его приглашали поиграть с нами, блин. Ну, что сказать. Эй, охотник. Спасите. Смотри, Вань, сзади нас лопат. В итоге мне здоровье хуже всех. Я мог сказать еще вовремя, когда ты... Там есть аптечки внизу? Да, у нас есть аптечки, если что, спортом. Это нужно под конец. Это нужно в перерыве между волнами или перед танком туда лезть, чтобы тебя не. Не, я не доживу. Есть перерывы между волнами. Да, есть перерыв маленький, когда мобы не бегут, а нападает только танк. Идет и вот.
канистру! Ребята, в канистру! Есть, попал. Зачем? Это всего лишь чарджер. А, вот и хорошо. Блин. Как ты поспух? Сейчас ты дохнешь. Вань сзади там. Перезаряжаю. Нет. Да полечиться. Сзади, смотри, большая довольно толпа. Кстати, да. Бегите, глупцы. Не в ту сторону бежите. Танк здесь, танк здесь. Да ладно, я типа не знаю. А я говорю тем, кто назад смотрит. У кого молотов? Бросьте молотов танка. Зачем? Блин, их одновременно, класс. Два молотов. Да ничего. Это опробное. Ай, больно. Они поселятся. Рано подарил. Охотники, ребят, там мужики и охотники. Рано подарил вроде бы. А танку вроде бы подарил огонь старый пляж и Данте, который ходил по аду, но Прометей вообще мы. А, кстати, у нас есть прикол, мы когда сидим общаемся, когда мы идем по улице, нас просят прикурить или что. У меня друг говорит, я тебе что, Прометей что ли? Потралить народ, да? Сзади, смотри, Маринов. Да, Маринов. Меня всегда радует, не зажигал, как написано, Прометей. Так, канистра есть, окей. Где танк? Я понимаю. Как бы он сзади не пошел. Да. Наверное. Я даже больше скажу, он бьет. О, Вань сзади. Нормально. Я усмирил. Гранила ее. Спасибо. Ой. Да. Беда. О, канистру готов. Вторую еще там. А, блин, кто-то не так далеко я забросил. Блин! Из-за леса. Чёрт. Называется из-за леса из-за гор. По затылку камня. Из-за леса из-за гор 2. Прометей, это ты такой щедрый на огонь был? Я канистру бросал, нет. Ты бросил еще одну в огонь. Нет, я бросил, потому что я не видел еще одну, что там было впереди. Нет. Я думал, что Серега, когда в нее попал камень, выронил канистру, я ее выкинул дальше. Я тут всегда побываю. Блин, оружие кончилось. Там есть еще канистры спереди, вы бросали, нет? Жаки. Все, у нас канистры кончились. Как это? Ну что, мы так и не расстреляем одного. Нет, канистры. Как-то не по физике ударил. Отбегайте, я канистру бросил. Ваня, рядом с тобой канистру, уходи. Не надо, не надо, не надо, мы его завалим так. Давайте этого попробуем так завалить. Да этого сейчас завалим, он не дойдет до меня. Плотва, Кирилл. Чарджер, который не смог. Вот, перелив между волнами мы могли взять просто-напросто по аптечке. Ну мы же знали, что. Все, я. Побежали. Короче, вовремя. Так, кого захилить? Кирилла захилить. Ничего не знаю, я аптечку беру. Я прикрою. И быстро наверх, мы с Владом. Так. Кого похилить? Меня похилить за Кирилла. Блин, гранатку бросить. Меня кто-то ударил в спину, судя по удару, это был босс. Так, спасите. Да что такое? Еще один Курилов. Сливаешься, что ли?
Не попадаю. Сейчас я... Ну, кто из вас снайпер? Ну ладно, хоть так. Отстреливайте тех. Спасибо, давайте, что я убегу. Там жаки застрял. Да. Сейчас я полечусь, я серый просто. Все. У меня патроны кончились. Я снова в строю. А, отлично. Курила, Кирилл меня тащит. Спасибо. Поняли, когда вот этот перерывчик маленький между волнами, есть буквально парочку секунд. То есть мы можем утащить закрою с Малда. Да, то есть как только слышно. Ну я успел убежать, тебя там чуть подзажали. Ну я еще вырвался, надо сказать. Что вы творили? Ну просто-напросто я не думал, что мы будем спускаться вниз, вот так до такого дойдет. Обычно мы спускали еще. Мы собирали аптечки прямо возле этого, возле лестницы. Когда спускались, сколько не нужно было бежать туда. Попал под горячую руку или под тяжелую? Полетел. Курильщик еще. Вот вам. Сзади опять. Да, Винтовку мне бы не помешало, чтобы курил уж маленький. У кого-то есть достижение безмолвная жестокость? Не понял, в чем она заключается. Прохождение кампании какой-то? Нет, прохождение в приходе. О, да, вот на вторую я не рассчитывал. В приходе, помнишь, когда там это остановка, когда машины много и сигнализация. А, есть. А, есть, конечно. Да. Ну такая тяжелая. Меня поймали, меня поймали. Блин, меня спас там, спасибо. Иногда бодибилдеры есть. О, блин. Смотри, сзади Ваня опять волна идет. Чарджер. Второй чарджер. Все, ребят, меня вывели сюда. А, нет. Маринок, моя, блин. Главное, убегай туда вовремя. Надо перезарядиться. Так. Патроны мне кончаются. О, эмочка. Спасибо, кто бы мне не дал таблетки, спасибо тебе. Я дал. Спасибо тебе. Есть гранату у кого-нибудь? А, пулемет я в ту сторону не разверну, да? К сожалению, нет. Все правильно. Блин, вот сейчас мы могли снова взять. Ну я почему и хотел туда сбегать. Ускорение. Танк остается только расстреливать издалека. О, у меня есть предположение, ребята, вот если мы называем Марико эту, как ее? Маринко или Марико? Маринок. Маринок. Если мы называем Маринок плевальщица, я предлагаю Грилу назвать полом воды. Ну, я понимаешь, Маринок это произвольно выходит, а это полуокер или как, это надо... Не знаю, кстати, я видел вот так. Видел мод на камеру. Эй, кто меня зажал? Я не знаю, кто тебя зажал, но мне сейчас зажимают охотники танка, например. Ты сюда прилетел, добро пожаловать. Живучие гады. Анонимник. Я не знаю, сколько обоим я уже выпустил танка. Все. Один, по крайней мере, тот. Какой ты оптимист, не подходи, Марино. Кирилл, у меня адреналин, я могу его быстрее поднять. Не-не-не, я уже подниму. Мне надо патроны взять. Да всем нам нужны патроны. И сразу стреляйте там танк, ребята, сразу. О, полный дробаш. Сразу два. Блин, два танка сразу, меня кто-то зажал. Походу я приехал. Блин, ну я стрелял их как мог. Там чуть-чуть здоровья у них осталось. Один сдох. Меня настигнут. Да, боюсь. Блин.
Слушайте, ребят, очень да, ровно как-то получилось. 14 там. Убивались 15. Там очень 14. Даже хорошее время для первого раза получилось. Жакей был меньше, чем там.